Леш, хочу тебя поздравить. Сейчас уезжаешь в расположение сборной. Какие чувства сейчас, какие эмоции? Ну, спасибо большое, конечно. Эмоции, можно сказать, со вчерашнего вечера, ну, непередаваемые. Очень приятно получить вызов. Первый раз в жизни. Долго, как сказать, можно мечтал об этом. И наконец-то свершилось. Вот как раз-таки про первый раз. Вот наверняка, да, каждый хоккеист, еще будучи мальчиком, ждет этого вызова вначале в юношескую, да, сборную, а тут ты сразу же и в олимпийскую. Вот расскажи, как узнал об этом и какие были первые мысли, кому первым позвонил? Ну, узнал, как ехал домой на машине, и позвонил Игорь Константинович. Все, и поздравляет, говорит, пришел вызов в сборную. Конечно, сразу не поверил, там связь сюда прервалась, потом перезванивает. Да, говорит, так и так. Ну, в общем, поздравил он первый. А я позвонил, ну, конечно же, маме, теще и первому тренеру. Ты пришел на интервью через кабинет Валерия Геннадьевича. Вот, насколько я понимаю, были какие-то напутственные слова. Поделишься, что сказал? Ну, да, все правильно, напутственное слово дал, можно сказать, в дорогу. Как подсказал правильно себя вести в том или ином моменте. Ну, в общем, рабочий разговор. Все болельщики переживают и рады за тебя, и в то же время переживают, что как же так, а вдруг не вернется, вернется. Вот можешь всех успокоить и сказать, что на игры ты уже будешь здесь. Да, конечно, будьте спокойны, 13 числа уже буду с командой. Все, желаем тебе удачи, будем за тебя болеть. Спасибо большое.